Этот намат был в диспетчерской, когда самолет просто исчез с радаров. Уф, только был, и след простыл. Примерно здесь. Хватит, хватит! Слышь, заткнись, я тебя освобожу. Так, микстура концентрации. Столетик. Ничего себе. Пошел нахер, блин. Бандиты, эти гады меня замочат без вопросов. Такая... А, это зомби, блин. Зомби-волга, блин. Собака или волк, я не знаю. Вот еще, короче, мы засаду нашли. Убили! Всем привет! С вами снова Артем, канал Яшин Геймс. Продолжаем с вами играть в Days Gone. Приехали в лагерь. Долго-долго муторно бегали по тому городку, где надо было Лизу найти. Какие-то... Нашли записку ее. Две орды. И гнезда зачищали там, замучился бегать, но можете посмотреть предыдущую серию, понять, о чем речь шла. Эй, я пришел проведать этого жирного лентяя. Ну чё, бухарик, не надоело тебе валяться там, бухари? Дикон, тебе сюда нельзя. Тихо, что происходит? Всё, Дикон. Он поправляется. Ему нужен отдых. Чё ты мне втираешь? Я тебя спросил, он поправляется? Чё-то с рукой хреново. Походу руку отрезать нет, придется. Но антибиотики... Этого мало. Слишком мало. Я не понял, ты сказала, я что... Я сказала, что я попытаюсь. Теперь остается только ждать. Значит, ждать. Ждать. Дикон. Нет, это... Знаешь, Дикон. Что? Я Дикон. Могу кое-что Дикон. Сделать. Стой, я могу... Стой! Что? Ты хочешь что-нибудь разбить, я по глазам вижу, но знаешь что? Валяй, разбивай, но только за дверью. Эдди, я могу. Иди. Ты уже сделал все, что ты мог. Сможешь. Пожалуйста, иди домой. Иди домой, Дикон. Домой, у меня дома нету. Дик. Кошмар. Жестко. Ну, а шиза этот. Жить будет? Да, он поправится. Что-то занимать надо. Надо пару дней подождать. Пойдем-ка со мной. Я тебе кое-что покажу. У меня дела. Я своей шеей рискую. Серьезно, ты должен это увидеть. Короче, слушай. Пару месяцев назад в лагерь приходил один намат, рассказывал всякое. Якобы он работал в аэропорту. Он был там, в Фервале, когда пошел весь замес. Как-то ночью они ждали самолет из Портленда, но он так и не прилетел. И он вез груз для Красного Креста. Красный Крест? Да, понимаешь? Медикаменты, оборудование, целый трюм этого всего. Может, и от заражения крови всякую херню. Антибиотики. Да-да-да, я про них. Короче, такое. Куда? Эй, не ори только. Заходи, поговорим. Чё-то мне это не нравится. Ну, короче, этот намат был в диспетчерской, когда самолет просто исчез с радаров. Уф, только был, и след простыл. Примерно здесь. С юга горы Вашингтон. Это с его слов. Упал целёхонький. Типа, ну, управляемое падение.
Парни наши сидели и слушали, как умирает пилот с перебитым хребтом. Ясно. И вы никого не посылали на поиски? Неа. Почему? Потому что старик против. Железный Майк? А, понял. Упокоитель. Да ты на лету сейчас. Все, к западу от Айрон Ридж теперь принадлежит Карлосу и его банде веселых лысых копников. И если они тебя там поймают... Короче, иди на север, брат, потому что иначе договор Майка с упокоителями... Да понял, вот я понял. Но вот вопрос, зачем ты мне это рассказал? Так, во-первых, я ни хрена тебе не рассказывал. Усёк, брат? Во-вторых, ты же намат. Я же не могу бегать за тобой, как шестерка, и жопу тебе подтирать. Ясно. Я человек занятой. Я понял. Ты просто у нас такой славный малый, да, Шиза? Я просто пытаюсь выжить, как и все вокруг. Знаешь, надо жить по совести. Это все, что нам осталось. Улавливаешь? Да, я улавливаю. Держи рацию под рукой. Свяжемся. Так, ясно. Что у нас там интересного появилось, кстати? Блин, я, кстати, движок так не прокачал. Да, Шиза, на тебя всегда можно положиться. А, ну что еще? Что угодно, лишь бы не торчать в этой дыре. Несколько так. Недель назад мы ехали на запад по Old Belknap Road. И наткнулись на кучку сдуревших ублюдков, почти голых. Все в шрамах, будто сами себя резали. Джо сказал, это упокоители. Есть такая секта в Iron Butte. Так вот, они молятся на фриков, нормально? Молятся на них, как будто фрики вознеслись в рай. Ну, типа того. Еле ноги от них унесли. Офигеть. Ух, какой ужас. Но они подражают им. Вот почему сразу я за весь год ни разу отсюда не вышел. В этом одище ничего хорошего. Одни только беды. Понятно. Ладно, пошли. Пошли на кухню сходим. Что это? Запах просто жуткий. Это все. Доверие появилось. Пошли уши скинем. Вот дождик пошел, блин. Эта погода у них странная, тут капец. Сделаю небольшой обход. Как успехи? 246 ушей, нормально. Класс, хороший улов. Пока что это все. Обалдеть. Ага, спасибо. Так. Здесь, по-моему, больше уже ничего нету, да? У нас миссия появилась. Что-то не пойму ни хрена, где миссия-то, блин. Я ничего не вижу на карте сейчас. Давайте, наверное, в лагерь Коупленда. Там для него поработаем. Так. Сначала к торговцу. Торговец у нас где там вот? Привет. Здорово. Привет, Блэр. Как жизнь? Что тебе нужно? Найдется все. Да если бы все. О, да. Винтовочка открылась. Я вот даже не знаю. Она лучше, чем та, которая у меня есть. Останавливающее действие меньше, да? Но у нее темп стрельбы, урон выше. Я думаю, поприкольнее она будет. М40. Дорогая, блин. Нет, это говно мы точно брать не будем. Хотя у нас там пулемет. Пулемет в другом лагере. Не будем мы ее брать. Не нужна она нам сейчас здесь.
Давай, патроны пополним. О, хороший выбор. Ладно. Вот так. Пожалуйста. Так-то лучше. Так. Ну все, вроде тут больше делать нечего. А как так? Что-то я не понял. У нас вроде должно быть больше патронов, так? Мы же прокачали этот навык, где он тут? Стоп. О, вот здесь вот. А, не, мы ее не прокачали, блин. Давай. Во. Теперь прокачали. Во. Чем могу помочь? Так. Отлично. Ага, ладно. Ага. Ну-ка посмотрим, насколько больше патронов стало. Ага. Ну, неплохо, в принципе, могу сказать. Увидимся. А где мой байк? Мой муж коллекционировал инструменты, как я. А, там стоит, непонятно. Что-то нужно? Нам сюда. Здорово, как жизнь? Тебе помочь там? Есть топливо, если нужно. Характеристики дизайна. Движок можно поставить бы, в принципе. Повышение максимальной скорости. Нам как раз там запрыгнуть надо на местечко одно. Вот хорошая, прочная вещь. Нормально. Снижение шума. Тоже нормальная тема, в принципе. Давай сделаем снижение шума, блин. Да, это хорошая вещь. Так. Пофра не сделать сейчас. Бензобак тоже. Раму нельзя. Подвеску нет. Закись азота нет. Шины нет. Вилка нет. Ладно. Нормально. Буду здесь, если понадоблюсь. Прокачали. Пока, Ди. Пока-пока. Так, сохраняемся и, наверное, погнали. Куда мы погоним с вами? Блин, я вот здесь не был. Интересно. Ферма Железного Майка. Но мне сейчас по заданию не нужно туда ехать, как бы. Но она высвечивается на карте при этом. Странно. Ну-ка. Ну вот, кстати, вот отсюда уже ближе будет ехать. До сюда можно сделать быстрый переход? Можно. Давай. Все хорошо. Открывай. Сэнджо, ты на связи? Да, Шиза. Слушаю. Насчет того, что мы обсуждали. Мне время нужно. Надо глянуть, что там на границе с Iron Butte. По части упокоители, если ты меня понимаешь. А, нет, вообще не понимаю. Может быть, разъяснишь? Размечтался. Не забывай, я пошел на риск. Смотри, чтобы я об этом не пожалел. Короче, я скоро с тобой свяжусь. А пока займись чем-нибудь полезным. Докажи, что Майк в кои-то веки оказался прав. Ну да, конечно, Шиза, как прикажешь. Конец связи. Привет. Так, ну ты ничего не делаешь. Ты меня заправить можешь только. Да заправить? Так. Уже прокачано все, что можно, блин. А, раму может третью поставить, блин. Все. А что за окраску он берет там, интересно?
Ну-ка, дизайн. Красота там, нафиг она нужна, в принципе. А, типа прочность еще появляется, да? А интересно, он более будет живучий или как? Ладно, хрен с ним. Пока. Не будем тратить деньги на эту херню. Привет. Ну не пропадай. На красоту всякую. Дэймон. Спасибо, Дикон. Пожалуйста. Ну, что там у тебя? Сент-Джон, у меня к тебе дело. Коуп. Ты же хочешь, чтобы Мэнни починил твой байк? Есть только один способ. Ходить для вас на вылазки. Ладно, я понял. Мне надо, чтобы ты разделался с лагерем мародеров возле тех погорелых хижин вдоль шоссе Каскейд. Знаешь, где это? Да, знаю. Спрашивай, если что. Ну, погнали. Дикон Сент-Джон. Эй, Дэймон. Да, тут недалеко, ёпти. Как торговля оружием? Эй, постой! Да, более резвый стал. Олененок. Бляха-муха, не сбил. Нравится? Что за черт? Кто-то попал в ловушку? Помогите! Ну и чё? Сейчас. Подожди. Эй, слушай. Водища, тебя загрызут. Я знаю один лагерь. Есть лагерь? Какой лагерь? Покажите. Где? Где он? Давай лагерь Коупленда. Peaceful Lake. Марк Коупленд. Там безопасно. Спасибо. Спасибо. Вас сам Господь послал. Я уже отчаялась. Я бы тут умерла. Спасибо. Спасибо. Хотя да, мне... скажи, это был Дикон Сент-Джон. Они меня знают. Смотри, чтобы тебя не заметили. Давай, Ерикол, блин, там уже делать нечего, блин. Там, по-моему, ничего мы не можем уже открыть. Там, по-моему, даже оружия никакого нет у него. Насколько я помню, блин. Но с другой стороны, как бы выбор между 200 кредитами и повышением доверия, уж лучше так. Что там 200 кредитов, херня, блин. Грибочки где-то. Грибочки. Пригодится. Давай сразу сделаем. Thank you.
Так, мне показалось, ли там керосин был. Да, там был керосин. А керосина у нас с вами сейчас явно недостаток, да. Сюда, блин. Здесь что ли лагерь, блин? Что за херня? Почему здесь отвечает? Посмотрим, что тут у нас. Туда, да, значит, ну, поехали. Коуп, я отправляюсь в лагерь номадов на трассе. Что-то еще о них знаешь? Почти ничего. Во время одной из вылазок они подобрались к нам слишком близко. Я отправил человека разобраться. Он не вернулся. Ты кого-то отправил на поиски? Ага. Парня по имени Дикон Сен-Джо. Конец связи. Шутник. Шутник. Что-то там еще есть палаточки. Что это? Банк. О, тряпка. Так. Нет, не сюда. Нет, и где же это будет сейчас? Смотреться. Что-то куча трупов. Ладно, посмотрим. Я на верном пути. Поехали дальше. Ищем лагерь, короче. Что тут у нас? Навык не растерял. Зачем жертвовать собой? Кто тебе этот Коупленд? Отец родной? Уходим отсюда. Блин, это было капец. Я еще голос чей-то слышал. Или мне показалось бы. Благодарю. О, фига себе, 50 патронов на пистолет вместо 20. Вообще нормально. Хватит, хватит! Слышь, заткнись, я тебя освобожу. Что? Что?
Ты не... Я от Коупленда. Вставай. О, Господи, спасибо, спасибо. Давай уже. Увязали за нами во время вылазки. Я не знал, что делать. Помолчи. Бежать можешь? Что? Да, да. Так беги. Ну? Спасибо. Я скажу Коупленду. Ты меня спас. Оба-на, что-то есть рядом, да? Надо двигать! Куда же он подевался? Можно глушители все снять. Но только не говорить, что бензина в лагере нету. И это даже не лагерь, да, походу? Грибочки. Грибы. Грибы отсюда. Так. Ой, еще грибочки вижу. Это поправимо. Порядок. Так, что? Куда нам теперь? Так, а давайте мы на свою эту базу заедем. Потом поедем. Куда мы потом поедем? Мы потом поедем сюда. Коуп, я нашел твоего человека. Он жив? Еле-еле. Идет к вам на своих двоих. Вышли кого-нибудь навстречу. Хорошо. Спасибо, Сент-Джон. Конец связи. О. Шикарно. Сент-Джон, ты где, братан? Я здесь, Шиза. Только я тебе и братан. Ну, как скажешь. Я просто стараюсь другу твоему помочь. Насчет того дела. Скажем так, тебе пора выезжать. А, ты про границу с упокоителями? Очень смешно. Ничего подобного. Я к тому, если ты хочешь прокатиться, как вы там говорите, пожечь резину, так вот сейчас самое время. Усек? Да, Шиза. Как всегда, усек. Конец связи. Так, так. И что, тряпка? Так, а может я туплю? И заправиться можно прямо здесь? Ну-ка, давайте попробуем. Садись. Да, слышь, ребят, круто. Вот так. Порядок. Так, теперь мы поднимемся наверх, пополним патроны. А, больше нельзя, что ли? Да ну нафиг. Вы чё, серьезно? То есть больше нельзя этим его пользоваться ящичком? Ну, так неинтересно.
Так. Нам хватит бенза доехать до сюда. А? Да, хватает. Круто. Так, ладно. Тогда что мы делаем сейчас с вами? Едем туда. Проникнуть на территорию, покорить или похитить антибиотики, зашибись бы. То есть незаметно, что ли? Охренеть. Как я не люблю вот эти незаметные миссии. Давайте сначала сюда. Там, по-моему, есть пушка типа скорпиона какого-то. По-моему, она покруче будет, чем пистолетик этот. Это Номад, пусти его. Диком? Давай-ка. А, топливо кончилось. Заправь. Ну ладно. Спасибо. Молодец. Молодчина. Пока. Пока-пока, покедова. Ты же Диком, да? Эй, Зенни. Руки как? Чистые? Пока, Зенни. Пошли к этой старушке, пойдем. Да. Дик, у нас проблема. Я здесь, Такер. Что? Помнишь, Алкай говорил, что мы обнаружили упокоителей, и они идут сюда? Да, сказал, что не пытался их остановить. Ну, мы видели их возле Hot Springs. Пара человек проследили за ними. У них лагерь в скалах к югу от Twin Craters. Чёртовы упокоители. Не переживай, я разберусь. У меня с ними свои счеты. Счеты? Это ты о чем? Да так, неважно. Ну пошли. Это что? А, стоп, пошли. Сначала мы к нашему другу заедем. Зайдем. Рад тебя видеть. Второй уровень. Решил. Тебе заглянуть. У нас тут должно пооткрываться много чего интересного. Да, это я могу улучшить. Аптечку покупать не будем. Хотя. Тебе еще что-нибудь нужно? Еще можно купить. Да хватит нам двух аптечек. Так. Тут ничего не сделаем, сейчас с пушками посмотрим. Стингер, блин, мне интересно. Нет, он типа хуже, да? МВС. Ага, то есть у него урон ниже, темп стрельбы выше, дальность выше. Не, нахрен. А, здесь не открылся еще. Третий нужен. У него урон поменьше, точно, зато темп стрельбы офигенный. И магазин больше. Явно лучше. Вот этот вот. Пулемет тема, конечно. Пулемет. Так и будешь тема. Там стоять? Да, так и буду тут стоять. Я рассматриваю. А сколько у нас до третьего уровня? Ух, много еще, короче. Да, понятно. Ладно, я буду здесь. Им тут, наверное, все орды пока не расчистишь. Ну, увидимся. Не успокоятся. А, ну и плюс там у нас два этих лагеря Нера, блин. Мы, кстати, теперь сможем допрыгнуть до них, я думаю. За байком своим пришел, да? Да. Эй, Зенни. Ух ты. Далеко. Ё-моё. Я хочу сначала здесь вот, объект исследования Нера, сюда добраться. Поехали. Так, у нас сейчас там что-то открою. Было, по-моему. Эй, Дик, Триуха. Давненько я тебя тут не видал. Трюха фрика. Да, мы... Эй, перебей их, Дик. Всех до одного. Да, да, да. Пока все. Погнали.
Ой, блин. Ну ох ты, сколько ребятишки. Думаю, сейчас мы теперь сможем перепрыгнуть. Да ну нахер! Опять, блин. Короче, хана мне походу, да? Твою мать! Пипец! Съездили, называется, блин. Ну это жесть. Цап, волчок, у меня зубачок, и все. Не, сейчас не будем прыгать, пока с ними совсем не расправимся. Давай еще раз туда. И перед прыжком сохранимся. На, урод! Получил! Привет. Ой, блин. А где волки? Чё их так много тут, блин? Мне не нравится это. Их реально много там. Так, микстура концентрации. Пистолетик. Ничего себе. Ну лезь уже! На. Ну иди сюда! Еще трофеи. Капец, бля. Ладно. Шо... Байк мне шатали, бля. А чё так он этого шатанает, бля? Ну, давай посмотрим. Там где-то жрёт, да, по-моему? Да, он вот жрёт, бля. А, нет, просто стоит, бля. Куда волки делись, интересно, бля? Все, порядок. О, сова где-то сидит. Давай сохранимся перед прыжком. Надо перепрыгнуть все-таки. Ну, я так понимаю, применять нужно дрифт прямо перед прыжком, перед самым. Это заколебал, урод был. Ну давай. Есть. Во. Да, детка. Мы это сделали. Так, теперь наверх надо как-то, да, заехать. Мне кажется, тут не будет фриков.
Да. Да. А инъектор? Крутые у Нера штуки. Очень крутые. Давай концентрацию. То, что надо. Ну, еще один. Еще один регистратор. Может, хоть теперь я пойму, чем вы здесь занимались. Эй, это слухи. И даже говорить об этом нарушение протокола. О, черт. Извините. Смотри, командир услышит. О, ну правда, док. Скажите. Это правда? Боец. Скажите. Задай мне другой вопрос. О, ага, понял. Говорят, погода сегодня будет ясная. Да, думаю, это правда. Да ёж вашу медь. Вы прикалываетесь? Нет. Ну что, доволен? Теперь будешь спать спокойно? Ага, сейчас. Rebel Rock. Да-да, я знаю, где это. К западу от Hot Springs, южнее озера Пэджанс. Так, теперь нам надо как туда попасть, да? Так, а где-то рядом кто-то есть, да? По всей видимости. Ой, блин. А чё это тут так много вас? Вы чё, блин? Вы чё тут устроили за вечеринку? Глядите на них. Вы глядите на них. Ребятки, вы чё, блин? Пошел нахер, блин. Справились, блин. Насильно я ударил мотоциклом, интересно. Блин, сильно. Это поправимо. Поехали. Осталось только понять, как туда добраться, блин. Офигенно. Офигенно, блин. Хорошо, хоть мотоцикл не сильно ударился. Давай садись, блин. Как-то залезть, короче, туда наверх надо. Как это сделать, непонятно, блин. У нас в пещере в какой-то, я не пойму ни хрена. По всей видимости, пещера. Да, скорее всего, мне в туннель надо заходить. Скорее всего, это туннель. Вот здесь какой-то туннель. Давайте попробуем. Так, пока поставим метку. Рядом с туннелем. А где у нас туннель с вами? Туннель, вот он. А мы, по-моему, даже не были там, да? Ё-моё. Это не туннель. Это хуже, чем туннель. Твою мать. Это пещера нам. Охренеть. О, кстати, лаванда. Само собой. Конечно, само собой. Я же знаю, это что такое. Зачем он сделал? Что за прикол? Не понял.
Так, пардон, ребята. Странно. Странно. Ладно, пошли. Давайте, наверное, поставим на пистолет глушитель. Стерилизатор. Угу. Можно. Блин, давай используем, создадим. На что-то сгодится. Ух ты. Серьезно, никого нету? Может, кто-то придет? А это еще что за звук? Как он здесь оказался, мне интересно. Кирка, топор. Еще один регистратор. Быстро! Отступаем! Отступаем! Назад! Назад! Что это такое? Не знаю. Не знаю. Этот ученый! Я... Что делать? Что делать? Мы назад! Ловушки. Назад! Ловушки! Вот они! Черт! Не выбрать! Огонь! Конец. Огонь! Да, инъектор Неро. Рабочий хоть. Господи, что это было? Хотя у меня нет желания выяснять. Орда это была, что это было? Так, здоровье теперь. Давайте прокачивать здоровье. Наверное, да? Да. До 200 поднимем. Можно быстрое перемещение сделать? Не, нельзя. Можно только сюда. Засадный лагерь и пещер. Ну, туда за бензином придется идти, блин. А я не помню, там есть бензин? А, да, там мы были, там. Там есть, по-моему. А там куда-то вниз можно уехать еще. Ну, давай. Зажигательные боеприпасы. А, ну это ну, понятно, это эти. Это волки, что ли, воют или что? Что я не понимаю, почему сохраниться нельзя сейчас? А, его можно. Пошли. Пивная бутылка нет места. Я вас всех перечу. Опять, блин. Бандиты, эти гады меня замочат без вопросов. Твою мать, вы что, тут любите это место, что ли? Капец, я, конечно, ворвался сюда, блин. Дерзко очень. Прикрой, один убит!
Да, это я ворвался дерзко. Не думал, что так будет. Еще волки рядом воют, кажется. Так, надо еще здесь поискать лом, если получится. Так. Отлично, тряпка. Вот и бензин. И топливо. Вот так. Готово. Понимаю, нам лучше внутрь зайти, да? Да что, ты пьяный, что ли? Думаю, последнюю миссию с нами выполним и закончим серию снова. Так, здесь у нас ничего нету, да, интересно, значит, соседним. Значит, соседним. Тряпка. Все. Все, отлично. Где кровать? Типа тут в разных, что ли? Нам кровать не нужна сейчас. Закроем. Стерилизатор, нет места. А тут еще максимально тоже стерилизатор. Ну-ка. Так, едем дальше. Уже не так далеко осталось. Давайте, наверное, все-таки серию закончим. Сейчас, когда мы подъедем к лагерю. Если заварушка не начнется, я постараюсь, чтобы она не началась. Тут, блин. Тварина ты такая. А, это зомби, блин. Зомби-волга, блин. Собака или волк, я не знаю. Клыкач, понятно, типа, непонятно, зомби-волк. Садись. О, можно обыскать тут, нормально. Петух. Кукарекает петух. То, что надо. Хорошо. Так, давайте лом поищем еще. Так, что тут у нас есть? Угу. Внутри там что-то есть интересно. Теперь, я думаю, можно открыть, да? Теперь можно открыть.
Стоп. Нет, не сюда. Что не сюда, блин? Все сюда, блин. Давай, бери. Обойти надо, да, наверное? Теперь. А, вот еще лом. Тут что-то есть. Бинт. А что, это миссию выполняю уже какую-то? Не понял. Не понял. Че за миссию выполняю? Мне нельзя, чтобы сейчас какой-то баг случился. А, ничего ужасного. Че он ищет-то, ёпти? Какая-то забагованная миссия пошла. Не туда. Убить! Убить! А? Нет! А, вот еще, короче, мы типа засаду нашли. Убили! И все? И всего-то? Пошли отсюда нахрен. Тряпка еще. Все нормально, теперь мы набрали тут. А, стоп. 9 лома потратили, охренеть. Блин. Хотя нет, все-таки на ремонт больше уходит, блин. Блин, тупанул я. О, собачка. Да? Волчок. О, еще маленький. Блин. Не глушитель нужен, а лом, блин. Там еще печать очень много всего, да? Керосин еще. Опять глушитель, да ё-моё. Ладно, хрен с ним. Выживем, я думаю. Там, по-моему, в туннеле еще дофига должно быть. Ну,
там олень бегает, кажется. Ну, керосин макс. Блин, надо срочно прокачивать потом этот навык, который позволяет больше штучки делать. Носить, точнее, взрывчатки больше. Так, нам сюда. Так, ребята, я думаю, все. Давайте мы с вами серию эту закончим. И продолжим уже позже. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ставьте колокольчик. Буду очень рад, если поможете продвижению канала. Ну, пишите от себя, что вам нравится, что не нравится в комментариях. Можете там троллить, как хотите. Ну, в меру разумного, конечно. Всем пока.